Army. Ну что, друзья, были сказаны приветственные слова от ректоров, от ректоров. Ну а что, а теперь давайте пошумим, пожалуйста. Давайте, поехали! Забрали куда-то, прямо из военкомата. Путь снесли вдали, автоматы выкидали. Ты прости, мама, что я был такой упрямый, но я служить должен. Как же, паровоз учиться, паровоз прямо на границу, прямо на границу, как что отдыхать. Мы теперь солдаты, родные не знали, что парня в армию забрали. Но я в письме первом напишу, что непременно ты прости, мама, что я был такой упрямый, но я служить должен. Как все, паровоз учиться, паровоз прямо на границу, прямо на границу, так что отдыхай. Мы теперь солдаты. Паровоз учиться, прямо на границу, будут провожать папу, маму, сестру. Страшные лица. Бабушка придет, скажет, что все, спроси. Куда ж ты идешь? А я буду служить в пограничных войсках. Я буду служить в пограничных войсках. Я буду на пол медаля, в орденах. Я буду ходить в фуражке, в сапогах. Так же, как все, в сапогах, в сапогах. Как все, паровоз учиться. Прямо на границу, прямо на границу. Спасибо. Хочется сказать, что я...